Только недавно 67-летний Игорь Саруханов гордо позировал на публике с молодой женой, дизайнером Лесей Садовской, а теперь огорошил публику печальным известием. В брак с эффектной брюнеткой певец тайно вступил в декабре 2022 года, и его поступок вызвал множество нареканий и критики, ведь с избранницей его разделяла 30-летняя разница в возрасте. Да и под венец артист отправился уже в седьмой раз, что тоже не внушало публике веры в серьезность его намерений. Однако Саруханов утверждал, что счастлив и активно работает над собой, чтобы соответствовать своей спутнице. Он даже заметно похудел и помолодел под бдительным присмотром жены.